вы что это все улыбитесь? А ну, за работу! А че это ты прозорался, усатый? Это еще что за смертник? «Кухня» – российский комедийный телесериал. В нем повествуется о разных комических и драматических ситуациях внутри коллектива элитного ресторана французской кухни «Клод Моне», а с пятого сезона – ресторана «Виктор». Съемки сериала начались в июле 2012 года. Стал самым дорогим среди российских ситкомов. Стоимость одной серии составляет $200 000. Всего потрачено на первоначально планировавшиеся 40 серий 8 миллионов американской зелени. А стоимость покупки прав только на одну песню Бейонсе составила порядка 1 миллиона рублей. Премьера состоялась 22 октября 2012 года на телеканале СТС. С 25 июня по 15 октября 2015 проходили съемки 6 сезона, который был объявлен последним. Его премьера состоялась 29 февраля 2016, а 15 октября 2015 года сериал был официально закрыт. Его закрытие связано с завершением сюжетных линий главных героев. Друзья, давайте посмотрим на фото актеров сериала «Кухня» в детстве, юности, молодости и сравним их с фото настоящего периода. Wish that I could stay. Wish for this moment to never go away. But it's all in my mind. Though I know that there is nothing to find. You're a beautiful sight in the summer night. And you can't put up a fight in the misty light. Streets all alone, and all you can see, thinking about what your life came to be. You're a beautiful sight in the summer night, and you can't put up a fight in the misty light. Like the mothers of Brazil find their way. We're all on our own, but you're the most beautiful I've ever known. You're a beautiful sight in the summer night, and you can't put up a fight in the misty light. Если вам понравилось данное видео, то ставьте палец вверх. Если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь. Скоро будут новые видео по этой и другим тематикам. И успехов вам!